Подобные сентябрьские встречи со студентами в компании КЭС Холдинг отныне традиция. В нашем городе ее поддержал исполнительный директор Оренбургской ТГК Борис Архипов. В большом зале собралось более сотни будущих теплоэнергетиков. Лектор начал, что называется, с самых азов, вплоть до сложных промышленных и экономических нюансов. Отрасль энергетика настолько обширная, что человек, который понимает, что такое энергия, как ее получают, как ее транспортируют, как ее потребляют, он всегда найдет себе место в жизни. Об этом мы, в принципе, и говорили. Борис Архипов в том числе отметил, что отрасли по-прежнему не хватает электротехников, теплоэнергетиков, специалистов систем водоподготовки, ремонтников. Лекция продолжалась целый час. Студентам понравилось. Конечно, понравилось, потому что большую часть, точнее, можно сказать, все мы это проходили, нам это объясняли. И вспомнить это все с самого начала было очень интересно и полезно. Можно сказать, что за этой отраслью будущее, то, что мы сможем помочь этой отрасли развиться. Кстати, Оренбургская ТГК и Госуниверситет – давние партнеры. Студенты с отличными дипломами получают денежные гранты от предприятия. Таким прямая дорога на работу в компанию. Я готов прикладывать все усилия, чтобы те люди, которые к нам приходят после обучения в ЭГУ, все-таки имели тот уровень, который позволит им работать не только у нас в Оренбургской энергетике, но и за пределами области. Виталий Сапожников, Виктор Горшенев. Наше время.